Рин, с победой. Как эмоции после матча? Спасибо большое. Радостные эмоции, то, что выиграли. Я очень рада, что мы сегодня выиграли, забивали голы первые. В общем, я очень рада. Насколько Венгрия удивила? Вот вы разбирали ее достаточно долго, да? Как вам она? На самом деле, то, что мы разобрали, то они и показывали. Мы смотрели, что они очень сильные в быстрых атаках, что у них хорошая группа атаки, шестерка, прям хорошо идут в прессинг, накрывают по 2-3 человека, не дают думать. В принципе, нас это не удивило. На поле это все присутствовало. Вот. Ну, конечно, мы воспользовались, чем они были и сильны, то у них и хромало. На быстрых атаках у нас как бы они на быстрых атаках, и мы на быстрых атаках играли. Вот, в принципе, хорошая такая команда. Быстро, конечно, непривычно то, что давно не играли, на самом деле. И сейчас такой хороший турнир. Я рада получить такой опыт. Сейчас февраль месяц, это первая официальная игра, такая серьезная в этом году. Насколько тяжело играть после... Ну, понятно, что уже были сборы, но тем не менее. Ну, да, сборы были, но все равно, когда ты играешь, игровой практики, мне кажется, еще пока что нету, потому что мы не так много игр сыграли, тем более то, что это игра со сборной, и игра уже на международном уровне, это совсем другое. Конечно, присутствовало волнение первый тайм, во втором уже стало как-то поспокойнее, поувереннее, и я думаю, второй тайм мы сыграли лучше. И по эмоциям мне как-то было второй тайм прям лучше играть. Когда серия пенальти началась, верила в нашу победу на сколько процентов? На 200. На самом деле я ждала, когда сейчас все забьют голы. И я уже в голове забила, мы с Олей просто забили вдвоем в голове, и все, не пришлось бить. Девчонки справились, вратарь молодец, все молодцы. Удивлена была увидеть наших болельщиков на трибунах? Конечно, у нас такая поддержка была, когда атака шла правым флангом, я подключалась, и человек с флагом, болельщик, кричал, поддерживал, даже там мяч в руку, когда попал, он кричал «рука, рука», помогал. Это приятно видеть наших людей даже в Испании.